Всем привет, с вами Алекс снова. Мы продолжаем играть в эту замечательную модированную игру. Я поставил пол, разве что с предыдущего выпуска. И выпуск, да, был короткий, и будут короткие, потому что я пока не решил еще проблему с отставанием звука. И единственный вариант выхода из ситуации — это взять и просто снимать выпуски по 10 минут. Вот так вот. Тогда отставание, кстати, незаметно. Тогда прям вот все отличненько, ровненько идет. И я, короче, замечаю лаги. Вот все-таки лаги есть. Вот когда без записи ставил пол. Ну и сейчас, в принципе, это вообще замечается. Чувствуется прям вообще сильно, очень. Очень сильно чувствуется. И вот сейчас главное, чтобы зомби не развернулся, развернулся. Надо сейчас поставить дверь быстро. Так. Пока что я не вижу никого интересного. Слушайте, тут один старый глаз. Ой, гид, придурок. Зайти домой. Да гид-то лень, блин, зайди домой. Бестолочь. Вот убить бы тебя. Вот твой бестолочь. Чё ты пришел ко мне домой? Зачем ты пришел домой? Не смей дверь открывать. Сейчас я закрою снаружи. Блин, закрыть не могу. Опа, я вот так гида открою, короче, и зомби его будет бить. Нет, не получилось. Ух ты, смотрите, это фейл опять. Как в начале, давно-давно еще, когда тут террарию начинал снимать, тоже из дома выбегал, когда дом строил. Не знаю, кто-то помнит, кто-то нет. Выбраться не мог, вот именно по этой причине блок мешал. Тут надо тоже его убрать, потому что, наверное, зомби дверь выбьет. А, не, не выбьет. Сейчас же это не красная луна. Поэтому париться не о чем. Париться не о чем, слизней нет вообще, нету слизней. Чего же делать не? Надо... О, схватил гид по затылку. Так, ни сундука, ничего нету, блин, да гид ты задолбал, придурок, блин, ты. Ты придурок, и ты в другую... Ой, блин, олень. Ой, олень, я тебя свяжу в ящик, посажу, и будешь сидеть в ящике мандаринки кушать. Придурок, блин, задолбал. Конечно, ты... Ай-яй-яй. Это как маленького ребенка дома оставляют, не знаю, с опасными предметами и игрушками, которые толком не знают, как с ними пользоваться. Начинает их ковырять, разбирать. Чё да куда. В итоге по пальцам получает всегда. Так. Так, надо покушать. Опа, у меня где-то хилка была мощная, ну ладно. Кролика синего не видно, кстати. Я когда персонажа рандомно создавал, вообще забыл про то, что куртка это и есть цвет кролика. И, блин, я хотел, чтобы он был у меня такой зеленый, ну, как деревья, тоже зеленый, сливался такой с природой. Как, не знаю, полузомби тухлый такой. Плоть от него отваливалась, бегал за тобой. Все, блин, так темно вообще. Вот лично я вот не вижу сейчас, что там внизу. У меня, когда я винду поменял, я поставил восьмерку. И тут цветовая гамма, кстати, изменена. Немножко. Потому что у меня видеокарта своеобразная. Она на семерке. Вот когда я записи делал, просто с друзьями прикалывались. Где-то у меня там сохраненное было. Я майн снимал, друг майн снимал, кто-то еще там Майнкрафт снимал. Тоже все втроем играем, все снимаем. И в итоге друг друга смотрим, что да как. И у меня самая такая контрастная картинка была. Они еще спрашивали, как так, как так? Я тут, ну, сам не знаю. У меня в этой террарии точно так же. То есть, вот если, ну, сравнивал, только здесь не очень сильная разница. Тем более, еще когда перезалите на YouTube, тут качество теряется. Это надо вживую видеть самому по себе. Или когда в личку там, например, по скайпу передаешь. Блин, так зомби ты гид ты зомби. Гид будет зомби. Наверное, все зомби это и есть гиды. Так, что я хотел-то показать? Я вот бегаю, туплю, время-то трачу. Так, подходим к гиду, например, нажимаем крафтинг. Дабы убедиться, что моды все работают, даем ему обычное дерево. Дали ему дерево. Не торопимся, смотрим. То есть эти... Что-то у меня это... Что-то не так. Что-то компьютер пошипел, как непонятно. Блин, это жесть вообще. Надо новое железо. А то мне это уже опять шипит. Да что за фигня? Это когда у меня конденсатор лопнул. О, блин, такие звуки были. Прям глухие. Бум-бум. Я сначала не понял, что за фигня. Потом так вдумался. Нифига себе. Открыл там, посмотрел, у меня вся видюха отплавилась.
Так, уже можно сделать, смотрите, активные деревянные блоки, хотя их раньше нельзя было делать. Кто знает. А, вот, все, что ниже пошло, ниже золотых предметов, это все новые предметы. Потом, какой-то домонитовый став. 37 магическому урону. Потом какая-то булава бурда, я даже не знаю, как она стреляет. Или она стреляет, или она бьет. Форма у нее, я даже, блин, без понятия. Так, тут какой-то квадратик есть. Непонятный квадратик. Так, рыба на дощечке. Потом Аркмортал. Что такое Аркмортал? А, это, наверное, ставится это турелька типа того. Наверное, она стреляет гранатами, потому что у нее тут 99 гранат нужно ей. Интересно, что торговцы продают, кстати. Блин, блин, мне вот интересно. Блин, раз тут столько всякого говна можно сделать. Так. Короче, это лежак, я как вижу, там маленький зонтик есть. Черная кровать. Блэк кровать. Офигеть, тут смотрите, делается как обычная кровать, только с красителем черным. Черный сундук тоже так же делается, как обычно, только с красителем. Черный диван. Синяя кровать. Синий сундук. Синий диван. Подставка для книг. Бурда, мурда, какая-то бурда. Не знаю, что это же такое. Бронза, тут бронза есть. Бронзовый акс какой-то. Бронзовый, короче, мотор, топор. Ну, нор, блин, хотел сматериться, ну ладно. Чё там, коричневая, короче, кровать, сундук, диван. Какая-то бурда, опять непонятная. Какая-то, не знаю, бумага, что ли. Жезл. Рыба опять. Опа, дверь. Дверь. Одна паутинка и 6 этого дерева. Как в Майнкрафте, 6 дерева прям. Зеленые доски. Какой-то кристалл. Чё-то не знаю, что это такое. Ку-ку-ку-ку. Кукушка, кукушка. Так, потом книжные полки. Или... А, не-не-не-не. Это посуда. Смотрите-ка, это посуда. Это полка с посудой. Уголок. Это как... Ух ты, прикольно. Опять став, как там, забыл называется, штука-то это. Ай-яй-яй, короче, бумагу можно на него ставить и рисовать, отлично прям. Телевизор, змея, опа-на, змея, ой-ой-ой. Так, молот, потом какая-то бурда, хилки что ли, или не хилки, не знаю. Кит, не знаю. Фламинго, фламинго тут даже есть. О, стеклянная дверь. Слушайте, она красиво выглядит. Зеленые кровати. Молоты, молоты. Кухонный гарнитур. Смотрите-ка, тут кухонный гарнитур даже есть. Офигеть, одни ставы. Вот этот цвет, смотрите-ка. Блин, куда-то классно, слушайте. Оранжевый. Краситель, хотя не настолько оранжевый. Но предметы это просто жесть. Это крутяк просто. Картинка тут даже есть. Розовые, блин. Ай-яй-яй, сколько тут всякого добра. Ладно, короче, выходим отсюда. Так. Опа, слизни. Подсрачник дал слизню. Надо будет мне проведать, сходить в левую или правую. Где-то лево, где право. Право, лево, право, право, вот там. Точно вспомнил. Там находится правая сторона, и мы пойдем туда, потому что я там это не дошел. На. Тут, кстати, говорят, есть опыт. Ну, я вижу, он вываливается что-то. Один там хп, там два хп иногда вылетает. Но где он отображается, я вообще без понятия. Я глядел весь экран вдоль и поперек, не нашел вообще. Может где-то да, может где-то есть, но я не вижу. Может как-то он открывается, без понятия я вообще. Без понятия. Ой, опыт это глюк был. Я не знаю, с чем он был связан, но это был глюк. Текстуры светанулись, вы видели? Ой, тупость, то ли... Вон он бежит, наверху я видел. Дура это. Ай. Сдохни, сдохни. Опа, что там выпало-то? Что выпало-то? Что выпало-то? Ничего не выпало. Так, надо сделать факела. А, ну дерево нормально пока что. Ну чё ты лагаешь-то? Чё ты лагаешь? Чё там наверху прыгает? Блин, кролик белый. Корова! Я вижу корову! Вы видите корову? Я вижу
Кару. Офигеть. Офигеть, настоящая корова. Так, давайте пока тут остановимся, и в следующем выпуске, я думаю, посмотрим, что из коровы-то выпадает. Ну, мне самому интересно просто. Я ее видел, но не бил. А ее бить-то можно вообще? Ну ладно, короче. Всем спасибо за просмотр.